Сегодня в выпуске, что такое канистерапия и кому она нужна, как выбрать собаку на эту роль, история нашего очередного четвероногого друга. Люди часто ставят крест на беспородном приплоде. Многие думают, что такие собаки глупы, плохо обучаются и в целом не такие симпатичные, как породистые щенки. Однако зачастую беспородные собаки ничем не уступают породистым питомцам и даже могут стать лекарями для своих хозяев. Как, например, вот эта вот маленькая девочка. Давайте познакомимся с ней поближе, узнаем ее историю и расскажем, кому она может помочь. Ну, эта милая собачка появилась в приюте банально, была подкинута вместе со своими братьями и сестрами в коробке. Щенки, честно говоря, были в ужасающем состоянии. Мы даже боялись, что они могут не выжить, потому что были истощены, там блох было миллион. Вот. Но, тем не менее, они все выжили. Нашей героине примерно 5 месяцев, и ее подкинули в приют вместе с 3 другими щенками. У этой скромной девочки еще нет клички. Их придумывают тогда, когда становится понятно, что питомец в приюте задержится. Если щенок спокойный, ласковый, в меру игривый, его могут сделать канистерапевтом. Это вид анимал-терапии, при котором собака помогает человеку адаптироваться в обществе. Канистерапию используют для развития моторики у людей с ДЦП и другими неврологическими нарушениями. При психических заболеваниях и расстройствах, например, аутизм или депрессия. Канистерапия также полезна пожилым после инсульта и тяжело больным людям. Собака может быть канистерапевтом только при полном отсутствии агрессии. Собака не должна резко соскочить, резко вспрыгнуть, потому что ребенок может сидеть в этот момент на ней или лежать. То есть собака не должна, не дай бог, естественно, откуситься, допустим, в ответ, да, то есть какую-то переадресовать агрессию обратно, то есть ни в коем случае это не допускается. Собака даже при этом не должна громко взвизгнуть, потому что это может напугать ребенка и вызвать еще более, допустим, ну, негативную реакцию у него. В основном канистерапевтами становятся породистые собаки – золотистый ретривер, лабрадор, шелти. Но беспородные четвероногие тоже подойдут на эту роль. Например, пожилому человеку можно подобрать собаку крупнее, а для ребенка подойдет маленький пес. Обучают канистерапии в специальных центрах. Вы знаете, чтобы подготовить и работать собакой в канистерапии, во-первых, нужно обучить самого человека, готов ли он работать с разными категориями людьми. Вот, он у нас проходит курсы, занятия, где мы готовим и рассказываем про разные категории людей, про разные особенности, про разные занятия. И в конце у нас человек сам сдает курсы, ну, в смысле, как экзамен такой. Для работы канистерапевтом собаку готовят около года. За это время она изучает нестандартные и стрессовые ситуации. Она не должна проявлять трусость, не должна много гавкать, должна принимать быстрые самостоятельные решения. А наша героиня пока что сама нуждается в помощи. Девочка побаивается людей. Это нормальное поведение для собаки, рожденной на улице. Но с каждым теплым словом, улыбкой, ласковым взглядом она буквально расцветает на глазах. Ей нужен чуткий хозяин, а она, возможно, нужна особому человеку. Ее надо как можно скорее выводить в люди, пока она вот такая вся милая, хорошая, доброжелательная, веселая, активная, пока не стала трусливой собачонкой. Сможет ли такая собака вообще стать канистерапевтом? Ну, судя по тому, что вот ее хоть за ухо бери, хоть там в глаз лезь, хоть куда, она лежит хвостом, машет и молчит. Кстати, все подопечные приюта «Ласка» проходят прививание, обработку от паразитов и кастрацию. Им обязательно ставят клеймо, чтобы в случае побега собаку легче было найти. Поэтому неважно, какого питомца вы захотите забрать, все они готовы для отправки в новую счастливую жизнь. А если вы еще не готовы забрать питомца из приюта, но хотите помочь, можете поучаствовать в нашей благотворительной акции «Помощники Санты». Приносите корм по адресу Короленко 51 или купите фирменный стикер в сети кофеен Ренуар, Кеннедис и Тревелерс Кофе и сделайте вклад на закупку корма четвероногим обитателям частного приюта «Бусинка». А это целых 400 кошек и 38 собак. Может, потерялся, может быть, совсем, совсем без дома.
следующем выпуске. Итоги года. Сколько собак и кошек в этом году нашли новый дом? Как подружить кота и собаку? Итоги благотворительной акции «Помощники Санты».